Что делать нам? Что Писание говорит? Как ты понимаешь его? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, со всей силой и всем умом, и ближнего, как самого себя. Так поступай, и будет жизнь вечная. А кто мой ближний? Ну, не те войны. А кесарь кто? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые ограбили его, изранили и ушли. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, дал 2 динария содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я отдам тебе». Кто из этих троих был ближний ограбленному, как думаешь? Оказавшая ему милость. И ты поступай так же. Оп!